Мы также с удивлением смотрим на некоторые высказывания наших коллег по поводу того, что кто-то в мире является исключительным или претендует на исключительные права, потому что в Уставе Организации Объединенных Наций значит, что все участники международного общения равны между собой, вне зависимости от мощи, величины и своего географического положения. А я думаю, что и это сродни тому, что у нас написано, что написано и значится в Библии, там все люди равны. Наверняка то же самое мы найдем и в Коране, и в Торе. Все люди равны перед Господом. Поэтому очень странно звучит идея о том, что кто-то претендует на какую-то исключительность.